Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда приглашаю вас. Информация моего видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым буксом Adecont.io. Он только что стартовал. И в этом буксе, это букс, будем абсолютно предложение зарабатывать биткоин Сатоши. Регистрация здесь наипростейшая. Вводим имя, фамилия, email, адрес, пароль и страну проживания. Выводов еще нет, так как он только стартовал. Начали люди делать депозиты, так как на буксах мы рекламим свои проекты. Здесь это все можно прочесть. Также внизу вопросы-ответы. Ну, выводов еще нет. Зайдем в кабинет. Ну, это наша страничка. На данный момент у меня 36 биткоин сатошка. Это рекламный баланс. На него люди делают депозит. Здесь количество рефералов. Также на домашней страничке находится партнерская ссылочка. Вот здесь вкладочка баннеры. Есть баннеры, если кому надо. Так, далее, что у нас здесь? Реферальная статистика и изменить капчу, друзья. По поводу капчи хочу сказать. Здесь можно ее изменить на Google ReCAPTCHA и есть от HCAPTCHA. Пока Google ReCAPTCHA, она не работает. Работает одна вот эта капча. Так как кран еще новый и он будет, как я предполагаю, развиваться. Рекламку мы просматриваем. Вот здесь на вкладочку VIF ADS. Ну, в дальнейшем будет здесь кран еще добавят. Кликаем на синюю вкладочку. Я вот одну просмотрела рекламку. И в самом низу вот я просмотрела за 4 сатошки. Обратите внимание, по 32 биткоин сатошек дают нам. Здесь вот сколько их тут. Потом по 20. Ну и самая маленькая 4 сатошка. Кликаем. Возвращаемся обратно на страничку. Идет таймер. И разгадываем капчу. Самолет нужно выбрать. Так, самолеты. И нажимаем на синюю вкладочку «Подтверждаем». Все, нам зачет. 4 сатошка упало на баланс и стало серым цветом. Таким вот образом просматривать будем рекламку. Далее, что еще теперь здесь? Сеттинг. Сюда нажимаем. Здесь вот имя, фамилия вводила. Изменить пароль. Здесь можно добавить биткоин-адрес непосредственно прямого кошелька. Я не добавляла. И можно добавить с FaucetPay. А вот с FaucetPay я, конечно же, добавила. Сюда адрес, нажала сохранить. Ну и капчу я вам показала, как менять. По выводу теперь. У меня вот 40 сатошек осталось. Давайте нажмем вывод. Минималка на вывод отсюда. 5000 биткоин сатошеков. Ну а на прямой кошелек я предполагаю, что, конечно же, больше. Вот. У меня адрес FaucetPay. Тут можно изменить биткоин адрес. Ну, я ставлю, нажимаю вывести, и мне вот пишут минимум 5000 сатошков. Вот такой вот новенький букс. Вот. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо, будет что выводить. Естественно, запишу видео обзор. Вот. И он мне напомнил вот этот букс 1xBTC. Точно так же я просматриваю здесь рекламку. Работает хорошо. Хотелось бы верить, что это также будет исправно работать и платить. Всем удачи, до новых встреч!